Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Я, наверное, уже задолбал вас этим ивентом. Но хочу подметить просто некоторые нюансы. В этом ивенте немножечко нужно включать мозг, чтобы профитней подзаработать адены и реликвии энергии Энхасад. Вот видите, 11 лямов, 765 тысяч и 11 кубков. Плюс я сейчас еще зафармлю сам арбуз, и мне дропнется еще плюс 1 лям и еще плюс 10 кубков. Получается, когда вы заходите в данж, тут высвечиваются 3 вида выбора данжа, да? 30, 40 и 55, правильно, да? Вот если в 55 зайти, он всегда заполнен, и он заполнен топами, которые тебе не дают ничего собрать. Я попробовал спуститься на уровень ниже, и тут видите, кто. Тут в основном одни твины. И как-то там я максимум где-то 7 миллионов 100 зарабатывал. Я два раза тестил, а тут 11 765. Напишите ваше мнение, пожалуйста. И плюс, короче, хочу подметить. Сияющая антикварная вещь падает с трех видов арбузов. Плюс именно реликвия энергии может выпасть только с большого неспелого арбуза. Если большой неспелый арбуз и большой неспелый арбуз могут подбирать все, то неспелый арбуз и спелый арбуз только вы, если вы именно разбиваете его. Вот это хотел подметить. Не знаю, будет полезна вам эта информация или нет? Уже задолбал, наверное, конечно, но... Не знаю, это вкусный очень ивент. Очень вкусный. Считайте, за 20 минут 11 миллионов. Какой бы топ ни был, он не нафармит нигде столько. Но один нюансик, конечно, вот. Осталось 2 минуты до конца данжа. Убьем ли мы этот золотой арбуз? Конечно, большой вопрос. Е-е-е-е-е. А, да, еще классно с твинами. То, что твины подбирают именно все. А вы можете выставлять. Ну, отключать. Вы можете отключить заряд души. И вы будете подбирать намного профитнее, чем они. Так, итого, сейчас мы подсчитаем, посмотрим. Вот полностью аданж прошел. 28 кубков. Сразу. Кушаем их. 4200 виталочки. Ням. Итого. 4200 виталки плюс. За 20 минут. Считайте, 12 миллионов адены. Но есть вероятность, что вы не убьете золотой арбуз. Напишите, пожалуйста, получалось не убивать золотой арбуз и что будет по окончанию времени. Ну, я думаю, вас степнет в город, но все равно, напишите. Нужно будет еще потестить 30 уровень. Не думаю, что там я еще больше профита сделаю с этого, потому что тут были одни твины, как бы я... Получается, они 40-е. До 55 уровня, я 64-й. Как бы 40-й самый профит для меня. Ладно, если была полезная информация для вас, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. С вами был Розе.